Здравствуй, дорогой друг, ты на канале Про Поход ТВ, и сегодня мы поговорим о палатках. Но прежде не забудь подписаться и поставить лайк этому видео, а по окончании просмотра отправь это видео друзьям. Поехали! Итак, что такое палатка? Палатка – это быстро возводимая сборно-разборная конструкция, временное жилище из ткани, предназначенное для защиты от неблагоприятных погодных условий и временного проживания людей. На что же нужно обратить внимание в первую очередь при выборе палатки? Первое. Сезонность. Очевидно, что разные ткани по-разному реагируют на температуру и влажность. Зимние палатки, как правило, универсальны, их можно использовать и зимой, и летом. Однако они дороже и тяжелее. И если вы ходите в походы только в теплое время года, подумайте, стоит ли переплачивать. Надо помнить, что одна из особенностей летней палатки – отлично продуманная вентиляция. И если ваш поход будет проходить в жаркое время на юге, то отсутствие вентиляции может доставлять дискомфорт. Второе. Вес. Производитель старается уменьшить вес походных палаток. Однако, как известно из курса физики, энергия не может появляться из ничего и пропадать никуда. Другими словами, вес палатки напрямую коррелирует с объемом внутреннего пространства и, соответственно, комфортом при размещении. Если вы путешествуете на автомобиле, то весом можно пренебречь и обратить внимание на вместительность, в первую очередь на высоту палатки. Третье. Размер. Производитель рассчитывает ширину спального места, исходя из ширины стандартной пенки, то есть 60 см. Однако важно учитывать ваши индивидуальные особенности. Кроме того, обратите внимание на наличие и размер тамбура. При его отсутствии вещи придется хранить в палатке, что сократит объем свободного пространства. Четвертое. Ткань. Современные палатки производятся из двух групп материалов – нейлона и полиэстера. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Нейлон прочен, устойчив к истиранию и динамическим воздействиям, однако дорог, растягивается при намокании и ему требуется специальная обработка для защиты от ультрафиолета. Полиэстер устойчив к ультрафиолету, не тянется при намокании и достаточно дешев, однако не очень прочен. Пятое. Каркас. Каркасы изготавливают из разных материалов, которые отличаются по прочности, весу и эластичности. Стальные каркасы – слишком тяжелые. Титановые каркасы – слишком дорогие. Алюминиевые каркасы – прочные, ремонтопригодные, оптимальные по цене. Стеклопластик – неремонтопригоден в условиях похода. И, наконец, каркас из углепластика. Самый современный, мало весит, прочен. Шестое. Последнее, на что в первую очередь стоит обратить внимание, это дно палатки. Дно палатки всегда изготавливается из более прочного материала, чем стенки. Оно должно быть непромокаемым и очень плотным. Применяются для этого ткани с разными плетениями. Обратите внимание на индекс наружной водоустойчивости. Он должен быть не менее 5000 мм. Вот основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе палатки. Итак, пройдем еще раз. При выборе обращаем внимание на сезонность, вес, размер, ткань, каркас и дно. Напомню, чтобы получать уведомления о новых видео, нажми на колокольчик и, само собой, подпишись на наш канал. Кроме того, не забудь отправить это видео своим друзьям и всем, кто собирается в поход, но еще не очень разобрался во всем многообразии палаток. Хороших и безопасных походов. Пока!